Всем привет! Хочу вам показать, как выглядит главная церковь Хаупткирхе немецкого города Кёнигсбрюк. Сегодня идет дождь. Так что все вот темных тонах. В церкви мы были, в церкви нам понравилось. Тихо, самое главное, никого нет. Такие красиво подстриженные деревья. Ворота открыты. Не знаю, кому это памятник, все с чего. Пойдем в центр города, посмотрим, что там еще раз.